В общем, ребята, фристайл можно мутить что угодно, и мы решили поставить мировой рекорд. Мы хотим показать 50 быстрых, 50 дерзких миниатюр. Итак, один фристайл, 50 миниатюр. Время пошло! Кавказец на секундочку потерял равновесие. Опа! Фокусник, которого достали дети. Итак, давайте быстрее, быстрее, ребята, время! Случай в семье экзорцистов. Тетя, стань! А дьявол выйдет! Человек, который на секундочку задумался, а не гей ли он? О, что это, шнурки тут? Нет! Давайте представим, что было бы, если бы Юрий Гальцев был великим полководцем. Так, что там, у них есть конница? Да! А хулиганы? Нет! А хулиганов нет? Нет, нет. А это шутки вот эти. Ладно, сколько их? 10 000! Обалдеть, молим! Парень устал, есть еще что-нибудь кроме миниатюр? Да, есть короткие песни. Кто их поет? Скляр! Мама, ради бога, я ни капли не пьяна. В комнате кавказцы в 5, а я всего одна. Пропадаю я! Танцы, 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 и сводит музыка с ума. Невыносимо губ твоих касаться, ведь у тебя давно чума. А у нас во дворе есть девчонка одна, среди прочих подруг неприметна она. Но сегодня она двух котят родила, а я пишу, если это катилось, нет. Все, перетахнуло опять миниатюра. Ладно, продолжаем марафон, казус на бандитской разборке. Ну чё, принёс? Принёс, а ты? Да! Ой-ой-ой, товарищ полковник, я не могу говорить. Преподаватель нечаянно матюкнулся на уроке. Копать! Еще! 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 Зрители требуют еще больше маленьких миниатюр. Еще! Еще! Идем дальше. Случай в сауне. Ну чё ты? Ну чё ты, Снежанка? Чё ты? Не это что ли? Ну чё ты? Давай, чё? Первый раз что ли? Товарищ полковник, ты хотите... Да не товарищ полковник, для тебя Алёша, да? Ведущие новостных программ тоже люди. Так, Саня, Саня, 3 секунды до эфира. Поехали. 3, 2, 1. Что-то я это, притомился, короче. Ну, давайте, что, передохну. Нет. Давай, выиграй парню время, импровизируй. Ну, давай. Казус на батуте. Может, мелом его обведем? Как? Не знаю, но весело! Идем дальше, ускоряемся. Кальмар армянин бреется. Пацаны! Ребята, остался финальный рывок, последняя миниатюра. Что у нас еще? Случай на дороге в Семикаракорске. Да надоело про Семикаракорск. Случай на трассе в Константиновск. Все, поехали. Я сказал, в Константиновске! Стой, сержант Сережа, как ты это? Все, там у тебя едешь нормально, че, музыка, настоящий альбайн это. Капитан ли учен? А ты что это возбухаешь? Между прочим, от тебя спиртяга несет, а? Так от тебя тоже. О, один, один! Уважаемые друзья, и пускай мы не поставили мировой рекорд, но мы хотя бы попробовали. А что для Семикаракорской лиги КВН сделал ты? Не, ну я картофель как бы почистил только что.